Друзья, это мой третий фильм о ботаническом саде Дюссельдорфа. В первых двух фильмах мы познакомились с его историей, побывали внутри оранжереи необычной конструкции, прогулялись по аллеям парка, увидели потрясающую коллекцию растений, собранную со всего мира. Подышали осенним воздухом парка. Ссылка на эти фильмы в описании. А сейчас давайте заглянем еще в один удивительный уголок. Это уголок цветов. Здесь я замолкаю, потому что вы получите настоящее наслаждение, окунаясь в этот прекрасный мир природы, без моих комментариев. Уважаемые зрители, благодарю за просмотр. Всегда рада видеть вас на своем канале и очень рада вашим комментариям. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч!